Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся соединять кольца. Для этого нам потребуется крючок. Если у вас есть челнок с крючком, просто замечательно. Плетем колечко. 4 сделаем узелка. Пеком. На одном кольце у нас будет с вами 3 пико. 3 узелка, 5 пико, после него 3 узелочка. И вот последнее, третье пико сделайте, пожалуйста, немного поменьше. Оно будет соединительное. И после этого пико мы делаем всего 4 узелка. 3 и 4. Все, колечко мы затягиваем. И вплотную начинаем плести второе кольцо. Делаем 4 узелка. 1, 2, 3, 4. Теперь как плели, так и держим на пальчике. Узелочки не убираем. Берем крючок. Подводим первое кольцо и в последнее пико мы продеваем крючок и цепляем рабочую ниточку, та, которая на пальчиках. И вытягиваем ее через пико. На такое расстояние, чтобы у нас смог в эту петельку пройти челнок. Все, крючок мы убираем, он нам больше не нужен. Берем челночок и продеваем в эту петельку. И обратно вытягиваем рабочую ниточку на пальчики. При этом смотрим, чтобы ведущая была натянута, чтобы затягивалась, как обычный узел. Обязательно проверьте, чтобы не двигалась. Это был прямой узел и соединение. Теперь мы делаем обратный узел. Всегда, когда вы будете потом по схеме считать, это считается как один узел. Плетем дальше кольцо. Делаем 2 узелочка, делаем пико. Еще 2 узелочка и 1. Одно соединительное маленькое пико. И доплетаем оставшиеся 4 узелка. После этого колечко мы затягиваем. Вот таким образом у нас с вами кольца соединились. Теперь мы уже можем плести вот такой цветочек. Для этого нам надо будет сплести 6 колец.